Антонина Манько работает продавцом в продуктовом магазине и постоянно контактирует с людьми. Чтобы обезопасить себя и своих близких, решила вакцинироваться от коронавируса. Рассказывает, первый компонент перенесла легко. Надеется, что и после второго будет чувствовать себя хорошо. Отлично все. Ни температуры, никаких побочных эффектов, ничего не было. Думаю о своем здоровье, думаю о своих близких, которые рядом со мной. Я и работаю. И в магазине сейчас идет, да, вакцинация. Ну, я как бы заранее сделала. А там вот прям на работу приглашают сейчас и делаю. Теперь у Антонины есть возможность получить приятный подарок. Среди жителей города, которые вакцинировались вторым компонентом в период с 1 по 25 июля, разыграют ценные призы. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другую технику. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги подведут 26 июля. Как только появилась акция «Я привит», я могу сказать, мы видим увеличенный поток желающих сделать профилактическую прививку. У нас идут люди и идут в круглосуточном режиме. Кроме того, мы видим, как активизировались предприятия и организации, и нам присылают почти что в ежедневном режиме списки сотрудников. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Можно обратиться в поликлинику, записавшись через госуслуги или по номеру 122, либо прийти в один из трех круглосуточных кабинетов, которые работают при 4, 6 и 10 больницах. При себе необходимо иметь паспорт, а также страховой полис и СНИЛС, если нет учетной записи на госуслугах. Ольга Хамракулова, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.